привет! Меня зовут Лиза Соловьева, я занимаюсь в школе-студии «Сигном» в течение одного года у Кати Третьяковой. Это лучший преподаватель Эва. Песня, которую вы сейчас увидите, услышите в моем исполнении, наверное, она о некой маленькой радости внутри каждого из нас, о чувстве легкости и чувстве эйфории. Я надеюсь, что именно эти эмоции мне удастся вам передать. Большое вам спасибо! Trees fall, makes the hours in day long.